Много лет назад я нашел себя в танце, а сейчас делаю это снова, в современном искусстве. Я живу так, чтобы каждый новый день был ярче. Попробуй ты, Билайн, живи на яркой стороне. Их осталось двое. Денис Евсеев и Дмитрий Попко – единственные казахстанцы, которые продолжат участие во втором круге одиночного разряда. Тимофей Скатов, к сожалению, завершил участие в турнире. Меня зовут Дидар Атмаджа, и это Дневники Билайн Челленджер. Денис, поздравляю с победой. Расскажи, как сегодня для тебя прошел матч? Сегодня был очень тяжелый матч. Было очень много взлетов и падений. Но я рад, что я совладал со своими эмоциями и переломил ход игры и выиграл. У моего соперника было два матчбола. Я постарался в этот момент сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы не допустить ошибок. Я думаю, твои поклонники захотят узнать тебя немножечко поближе, поэтому давай поговорим о тебе. Расскажи, как ты пришел в теннис? У нас в семье есть друзья, которые занимались теннисом. Со временем, когда люди приходили посмотреть на теннис, постоянно об этом разговаривали. Ну и как-то у отца и у моей мамы появилось желание отдать меня в теннис. У тебя есть какой-нибудь принцип или девиз в жизни и спорте? Все, что происходит, мне подходит. Турнир, на который ты мечтаешь попасть? Попасть я хочу на турниры Большого шлема и в первую очередь на Уимблдон. О чем ты мечтаешь? Мечтаю, как и все люди, о том, чтобы я был счастливый, о том, чтобы мои окружающие люди были счастливы, я их делал счастливыми. Наверное, это самое главное. Ну и, конечно же, в теннисе, чтобы у меня все получалось на все 100%. Продолжи фразу. Для меня теннис – это… Жизнь. Наблюдая за игроками, я тоже загорелась желанием попробовать поиграть в теннис. И сегодня мне в этом поможет Тимофей Скатов, который даст мне небольшой мастер-класс. Тим, скажи, с чего лучше начать? Честно говоря, максимально неожиданный вопрос, но все нужно посмотреть, научиться, в принципе, держать примерно ракетку, и можно уже начинать бить по мячику. Давай попробуем. Ну, примерно так, да. Почти. Вот можно подсказку ему. Ты же видела, как теннисисты выдыхают во время ударов? Если не стесняешься. Да, блин. Все, я устал. Кстати, можешь рассказать, зачем вы выдыхаете во время удара? Ну, там чисто физиологически это, когда выдыхаешь, получается, мышцы, в принципе, тело расслабляется немного, и получается удар от этого мощнее. Спасибо. Тебе спасибо большое за то, что научил меня таким азам тенниса и сыграл со мной. Как у меня получается? Да, без проблем. Да, довольно неплохо. Если поначалу ты довольно часто промахивалась, то потом начала попадать по мячу и перебивать через сетку, а это уже большой прогресс. Это я еще была в платье.
Тимофей, несмотря на поражение, что положительного ты можешь вынести из сегодняшней игры? Да, вообще, сегодня хорошего было мало. Надо просто в следующий раз быть немного более опытнее, знать, когда, что если за неделю до этого сыграл финал, то на следующей неделе, может быть, где-то более уставший, и физически, и морально, и просто не теряться в следующий раз и быть к этому готовым. Можешь поделиться с нами планами на будущее? Ой, ну каких-то конкретных планов еще нету. Будем смотреть календарь турниров, куда буду попадать. К сожалению, если бы на этом турнире сыграл получше, может быть, набрал достаточное количество очков, чтобы попадать на основу челленджеров. Но пока еще придется играть на квалификации. Ну, посмотрим, как будет. Дим, поздравляю тебя с очередной победой. Можешь, пожалуйста, сказать пару комментариев по сегодняшнему матчу? Да, ну матч получился тяжелым, потому что соперник навязывал длинный розыгрыш, забегал под право, то есть двигал меня очень много по корту. Поэтому матч получился тяжелым, напряженным, даже когда я повел 4-1 в первом сете, он сравнял счет, было 4-3 потом. То есть не отпускал сильно в счете, и очень много сегодня приходилось бегать, потому что он стоял в центре я очень много диктовал во время розыгрыша. Вот. Если только я играл глубоко, уже тогда, может быть, он давал короткие мячи, и уже тогда я больше контролировал. Но в целом матч получился тяжелым. Соперник хорошо играет в этом сезоне, играл сегодня хорошо, и очень было непросто. Здравствуйте, дорогие болельщики. Продолжайте, пожалуйста, следить, смотреть, болеть, поддерживать и переживать на нас. Большое спасибо. Ловкость рук и никакого мошенничества. Проверим скорость и координацию игроков в Bounce Challenge. В среду во втором круге одиночного разряда выступят казахстанцы Дмитрий Попко и Денис Евсеев. В первом круге парного разряда сыграют Достанбек Ташбулатов, Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко. Мы продолжаем держать вас в курсе событий. Ну а вы не забывайте смотреть прямые трансляции на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана, а также следите за самыми свежими новостями на наших страницах в социальных сетях. С вами снова была я, Дидар Атмаджа. Пока! Я танцор Марат Якфар. Много лет назад я нашел себя в танце, а сейчас делаю это снова, в современном искусстве. Я живу так, чтобы каждый новый день был ярче. Попробуй ты, Beeline, живи на яркой стороне.